Всем привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Вот что нас сегодня ждет. Разбор вот этого огромного мешочка. Потому что я приболела, я гриппую. Лучшее, что можно придумать, когда ты гриппуешь, это шопинг. Потому что настроение улучшается. А если никуда ходить не можешь, тогда, разумеется, шопинг. Интернет вам поможет. Кстати, ссылочку я оставлю внизу. Я купила вот такие штучки классные. Я могу сказать, что я их взяла не наобум. Я их взяла уже потому, что я купила одну и начала ее пользоваться. И это была вот именно с виноградом. Никогда не пользовала этот бренд. Видела у Даши ДМ. Вот такая малипусечка, она такая хорошенькая, она как будто бы вот реально придумана для того, чтобы носить ее в косметичке, добавлять в ваш тональный крем, если кожа возрастная, или в ваш BB-крем. И прошу прощения за то, что я болею, но я же не могу ждать еще несколько дней, чтобы у меня прошли вот эти катаральные явления, и чтобы я уже... там, не знаю, более приятным голосом рассказывала, я, наверное, вот так и буду говорить, более приятным голосом рассказывала вам эту историю. Да, только чуть-чуть поменяйте направление воздуха на связке, и все уже хорошо. Ну что, поехали дальше по покупочкам. Так, мы их тут передвигаем вот так. И дальше заглядываем в мой волшебный мешочек. Видела у Домхозу нет. У девчонок первый раз я увидела, Света показывала. Года 3 назад показывала он этот пантенол. Ну, тут грянул кризис и, конечно же, решила попробовать пантенол. Мне еще девочка-визажист порекомендовала, с которой мы на конкурсе Никс познакомились. Ходили на каналы друг друга, кто там выставлял работы. И, в общем, девочка говорит, пантенол практически знак равно с эмбриолисом. Я такая, ну ладно, надо попробовать. В общем, кто не в курсе, попробуйте. В общем, что это все очень бюджетно, даже меньше 100 рублей, по-моему, каждая позиция. И вот такой крем для ног. Я пытаюсь найти замену крема от Натуры Сибирики, потому что... Но он очень классный, но почему-то я его не вижу у нас. Раньше он был, а сейчас его нет. Это такой зеленый крем в полупрозрачной зеленоватой тубе с мерзким запахом, в котором практически сразу, когда ты начинаешь им пользоваться, появляются пузыри. И ты понимаешь, что он портится, что там мало консервантов, и ты так раз-раз-раз-раз-раз быстренько его расходуешь, но ноги в это время чувствуют себя прекрасно. Никакой сухой кожи, никаких проблем, никаких натоптышей, никакой потливости, никакой вони. В общем, крем супер. Натура Сибирика, пожалуйста, сделайте так, чтобы он продавался около моего дома где-то. Или хотя бы на ближайших сайтах. Будьте людьми, потому что лето без него не переживу. Ну, сейчас я пробую пока замену отставить это красоты. Поехали дальше. Вот такое маслице, эликсир с микромаслами для сухих бла-бла-бла, Сьюз. Короче, если вы знаете, что Сьюз продается такими огромными ведрами, такими большими бутылками шампуня и бальзама, то вот это, она реально малипусечка. Она крокотусечка. Travel size, скорее всего. Ну или просто масла расходуются. Меньше еще не пробовала, обязательно попробую. Потому что... Ходя в фикс прайс, в течение года пользуюсь только шампунями, бальзамами, маслами оттуда, я могу сказать честно и откровенно, я угробила свои волосы в ноль. И сейчас, по прошествии года, я могу сказать вам честно, девочки, это нормальный косметоз поехать на речку или там на дачу, и вот если там проникнут воры и это упрут, не жалко. Но ставить это в своей ванной комнате и пользоваться этим, если у вас есть возможность пользоваться чем-то лучше, это просто преступление по отношению к себе. Поехали дальше. Art Visage. Это уже, наверное, четвертая
пудрочка в моей жизни. В данном случае оттенок 22, хотя я просила 21. Вот такие тенюшки от Maybelline. Это крем де роз и оттеночек Together Forever. Да. Может, я неправильно прочитала, исправьте меня. Ну и, конечно же, вот она, моя любовь, моя морковь. Это Burberry Weekend, классический, 30 миллилитров. Сделаю отдельное видео с распаковкой, если интересно, подписывайтесь на мой канал, я распечатаю коробочку за тест, все коды, все будем проверять вместе с вами. Перед камерой. Оно не оно. Настоящее не настоящее. Ну, сами понимаете, мне нужно хотя бы, чтобы у меня нос дышать начал к этому времени. Ну и поехали еще. Посмотрим, что у меня еще от Эрмага. Напоминаю, ссылочка в